Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится телефон Infinix Hot 30, и в этом видео я вам покажу, как включить ночной режим на этом телефоне. Итак, открываем шторку, ищем здесь ночной режим. Если его здесь нету, нажимаем на три точки, нажимаем изменить быстрый переключатель, ищем его здесь. Нажимаем «Добавить ночной режим», возвращаемся назад и включаем ночной режим. Ночной режим включен. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пока!